Гатчинском дворце жили не только императоры, но и их дети. Как и современные ребятишки, они тоже любили бегать, прыгать и вообще играть. Да, именно посреди этих аллей, статуй и цветников. Забавы маленьких царевичей и царевен, конечно, отличались от сегодняшних развлечений. Главное в играх 18-19 веков – ловкость и сноровка. Особенно в игре «Фанты». Здесь нужно быть готовым к любому заданию. Многие из старинных игр сегодня забыты, например, французское соревнование «Бильбоке». Возрожденная в Гатчине игра одинаково увлекает и детей, и взрослых. Семейная игровая программа – это не только развлечение, но и познавательный рассказ об истории Гатчинского дворца и парка, и даже урок придворного этикета для юных дам и кавалеров. Но главное все же – старинные игры на свежем воздухе. Единственный случай, когда в музее не только можно, но и нужно бегать. В финале – сувениры на память о Гатчинском императорском дворце и парке.